Продуктова річ, так? Ми маємо два ендпойнти, наприклад, це досить реалістичний сценарій, так? Якісь два веб-ендпойнти, які отримують ID-шку як аргумент, та намагаються отримати за допомогою query, наприклад, з бази даних instance user або instance product, а потім зробити щось специфічне. Особливістю цього коду є те, що тут в нас є як спільний код, або код, який виглядає дуже-дуже схожим для двох класів, які, по суті, різні. Так є і код, який дуже різний для цих, між цими двома ендпойнтами. Тобто юзер робить якусь юзерську штуку, а продукт робить якусь продуктову штуку. Ось цей спільний код ми насправді можемо вичерпати функцію, яка і буде в нас generic функцією. Да, раз-раз. Всем добрый вечер. Ребят, мы уже готовы, в принципе, начинать. Хотели бы просто проверить, хорошо ли вы нас слышите, видите ли вы нас. Пожалуйста, кто-то напишите в чате, видно ли и слышно ли нас. Спасибо. Додатковый, дотипизовывающий его тип класса, яким принимает первый аргумент. Раз, раз, раз. Всем привет. Так, нужно помнить, что мы и туда вещаем. Нашу маму и там показывают. Поэтому всем привет, кто пришел сюда лично. Привет всем, кто с нами на онлайне. В общем-то, у нас сегодня, по идее, первая встреча после времен начала ковида. До этого мы старались как-то немножко продвигать Go-эвенты в Харькове. Была череда разных митапов под разными знаменами, но вот сейчас мы здесь. Поэтому огромное спасибо, что пришли. Мы надеемся, что митапы будут дальше продолжаться, и мы будем как-то миксовать вот этот гибридный формат, может быть, больше в офлайн уходить. И, конечно же, будем очень рады видеть вас в качестве спикеров. То есть, если у кого-то есть какое-то желание выступить, опять же, онлайн, офлайн, неважно, вы просто найдите наши контакты или подойдите к нам здесь, скажите. Мы со всем поможем, с подготовкой, поиском места, где выступить, со всем. В общем, нужно просто желание от вас. Вот. И, собственно говоря, нас хостит компания Intellius, поэтому если кто-то в поиске новых каких-то карьерных возможностей или в поиске чего-то нового,
You are welcome. У нас есть отличные проекты по Go. В общем, можете подходить лично, поспрашивать, поделимся всем, чем знаем. Или пишите, опять же, мы поделимся, расскажем всю правду, как нам хорошо здесь работается. Это правда. Чистая правда. Супер. Тогда к регламенту. У нас будет сегодня два докладчика. Между докладами будет перерыв. Мы ориентируемся, что первый доклад будет минут где-то 30, второй подольше, но, опять же, все может сдвигаться в зависимости от вопросов, поэтому будьте на связи, не отпадайте, это особенно тем, кто смотрит нас онлайн. И после митапа будет небольшой автопати, поэтому оставайтесь, будет возможность немножко по тимбилдиться, но это как бы привилегия тех, кто пришел сюда. Супер, поэтому я сейчас на секундочку ухожу, передаю микрофон, и у нас будет первый доклад. Всем удачи. Так зараз має бути добре. Тож, я дуже сподіваюся, що ті топіки, які я сьогодні підійму, вони якось додадуть вам якихось думок додаткових, цікавих ідей, і що, може, це вас натовкне на якісь також свої ідеї, які ви зможете, наприклад, нам також розказати. За час роботи з Go я бачив доволі багато пакетів, також якусь кількість їх я і сам написав. І, в принципі, я хочу сьогодні обговорити наступні питання. По-перше, який середньостатистичний цикл життя пакету? Також сьогодні хочу обговорити, які доволі часто зустрічаючись проблеми бувають пов'язані з ними, як з ними можна боротися, і чи завжди це треба робити. І сьогодні я також планую вам дати срібну кулю того, як вирішити будь-які проблеми, пов'язані з вашими пакетами. Ні, не планую. Відбій. Нічого не планую. Її нема. Нема срібної кулі. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Головне, що я хочу сьогодні зробити, просто поділитися своїми думками стосовно того, як я вирішував ті чи інші проблеми власноруч в своєму опиті. Тож, для того, щоб зрозуміти, яким має чи не має бути пакет, треба спочатку сказати, що це таке є. І говорити ми будемо не про ці пакети, які зараз дорожчують і взагалі забруднюють наше навколишнє середовище, а про ті, які ми кожен день використовуємо для організації коду, для того, щоб перевикористовувати цей код в рамках інших репозиторіїв, також для того, щоб можна було модульно проєктувати наші аплікейшени. Також пакет є найменшим організаційним юнітом, який виконує задачу інкапсуляції. Ну і те, про що доволі часто забуває, це частина неймінгу всього того, що ми в ньому зберігаємо. В нашій мові є така ідея простоти, яку, на мою думку, також мають наслідувати і пакети, і їх побудова. А простота, вона є повною протилежністю універсальності. Тож, чим більш універсальним є пакет чи будь-що в нашій мові, тим складнішим воно є. Тож, давайте хоч тут не будемо дженерік. Я пропоную говорити про те, як зробити, щоб ваш пакет підходив як можна краще саме до ваших задач, до вашого юзкейсу. Ну і говорити, мабуть, будемо ми про пакети у контексті якогось проєкту, бо всіх нас цікавить це як частина чогось більшого, як з цим працювати, як їх поєднувати. І починається, власне, майже будь-який проєкт з того, що нам треба написати якусь MVP.
На цей момент у нас взагалі немає ще майже реквайрментів, в нас ще не зрозуміло, які фічі треба робити, команда девелоперів ще доповнюється новими членами команди, і при цьому у нас юзери, які будуть потім користуватися нашим софтом, взагалі не знають про його існування. Тож, взагалі нічого не відомо. І в цій ситуації треба сказати, що ті гроші, які ми отримуємо як зарплатню, це є інвестиція. І будь-який інвестор, він хоче отримати як можна швидше результат роботи, щоб можна було повірити в це і докласти ще зусиль, щоб розвивати. Тож, де-факто, задача звучить як зробити хоч щось, хоч якось, головне, щоб воно було швидко. І я тільки від себе можу сказати, що в цій ситуації все, що ми можемо зробити, це фокусуватися на імплементації, мінімізувати, наскільки це можливо, затрати на кожну фічу. Для цього я пропоную тримати як можна більш просту структуру пакетів, робити її флет, і при цьому не витрачати час на написання коду, який ви будете переписувати, видаляти при неминучому рефакторингу в той момент, коли ви будете мати достатньо інформації про реальний use case вашого проєкту. Тримати все простим. Ось що я пропоную, щоб не переписувати. І от коли в нас вже є якась версія коду, з якою можна плюс-мінус працювати, в нас є якийсь аплікейшн, їм все ще не можна користуватися без фіч. Тож наша задача тепер додати як можна більше фіч в наш проект для того, щоб їм вже можна було почати користуватися в реальності і щоб воно почало приносити якісь гроші інвесторам. Вже стабілізуються процеси, вже більш-менш зрозуміло, які потреби є. На цей момент в нас все ще час, це головна метрика, і ми орієнтуємося в першу чергу на те, щоб як можна швидше, знову ж таки, здати як можна більше фічей. І чим більше ми їх додаємо, тим більше ми бачимо, де ми помилилися попередньо, тим більше ми створюємо нових проблем на майбутнє. Ми вже розуміємо, що щось йде не так, але ще не дуже зрозуміло, куди ми йдемо. І от питання в мене виникає таке, що має статися, щоб ми зупинилися і такі, так, більше так не можна, треба щось робити, треба щось міняти. От з вашого якогось експірієнсу, може хтось хоче поділитися, що було переломним моментом, що у вас такі, так, все, ми рефачимо, нам треба щось з цим робити. Є хтось? Ні? Неможливість додати нову функціональність, то архітектура, яка є зараз. Так. Повністю погоджуюсь. Я знаю про такий напишування, звернулася, все побачив. Це дуже хороший, так, це прям показник дуже суттєвий. Я б підрозділив трохи на декілька груп. Тож ми, коли починаємо працювати над якоюсь фічею, ми спочатку читаємо код, потім ми його пишемо, тестуємо, ну і за необхідності рефачимо. Тож, коли ми читаємо код, перше, що ми бачимо, це нейми. І ну, в моєму експеріенсі були ситуації, коли були дублікати неймів, наприклад, назва пакету, назва структури, або назва структури, назва методу. Дуже часто дублюються слова, дуже довгі назви. В мене, мабуть, рекорд з того, що я бачив 17 слів. Це була функція 17 слів. От. І уявіть собі, скільки треба місця просто, щоб її викликати. Useless names. До речі, це пов'язано із попереднім. Не просто так, там 17 слів, бо просто люди не знають, як лаконічно передати, що воно робить. Тому коли в подібній ситуації роблять короткий нейм, то він просто нічого нам не каже про те, що буде виконуватися. Ну і вишенка на торті – це пакети, які імпортовані з крапкою. Для тих, хто не в курсі, це означає, що ви не будете визначати, який пакет, від якого пакету ви викликаєте. Тож це взагалі повністю заважає розумінню тому, що відбувається. Занадто багато інтерфейсів з єдиною імплементацією. Кожен раз, коли ви читаєте код, вам треба провалитися в інтерфейс, провалитися в його імплементацію єдину і подивитися, що ж там буде. Тож ви постійно бігаєте по кодовій базі. Ну і коли, наприклад, створюються тайпи для примітивів просто для того, щоб було. Ну там string, це буде в нас string ID. І кожен раз, коли ви бачите цей тип, вам треба провалюватися, дивитися, а не додалося там додаткове поле чи щось додаткове. Коли ви пишете код, то перше, це
все експортоване. Вам треба заімпортувати пакет, ви не розумієте, що з цього ви реально можете використовувати. До того ж, якщо ви хендлите цей проект, цей пакет, то ви не розумієте, якщо зміни ви зробите в цьому експортованому, чи що воно може ще зламати. Звісно, це ще впливає і на рефакторинг. Також, коли ви не можете використати пакет нормально, просто тому, що він не надає достатньо можливостей для свого використання. В нього просто не вистачає якихось функцій. Заважає також ситуація, коли нові функції, новий функціонал додається з боку, просто як сарай прибудовується, бо він просто не вписується в те, що у вас зараз є. З надмірним використовування паттернів без, знову ж таки, без необхідності або inversion of control. Також вони всі додають складності коду, яку нам треба підтримувати постійно. Ми додаємо фічу, ми повинні задовільнити тим умовам, в яких ми її додаємо. Ну і circle dependencies. Ну, я думаю, всі стикалися з тим, коли вам треба просто заімпортити якусь структуру, ви її імпортите, у вас circle dependencies. Ну і нарешті, коли ми починаємо тестувати, то буває таке, що ви додаєте тест, а у вас відвалюється тест, який був написаний до вас. Або ситуація, коли у вас нібито все покрито, але насправді замість того, щоб перевіряти, яка з 5 можливих помилок утворилася, у вас перевіряється просто, що була помилка. Чи коли у вас для того, щоб просто засетапити тест, там треба замокати 50 структур, треба ще 10 написати якихось інпутів для того, щоб просто написати малесенький тест. У вас 85-90% коду в тесті – це просто от ви пишете механічно, навіть не тестуючи нічого. Дубльований coverage може у вас виникнути, якщо, наприклад, є integration-тести, є unit-тести, є, наприклад, ще якісь unit-тести, які не використовують моки, які використовують моки, і в результаті у вас одна і та сама функція може бути покрита 3-4 рази і так далі. Ну і нарешті рефакторинг, коли ви вирішили змінити одну структурку, а вам треба змінити 50 тестів в 2-3 пакетах, і головне питання, як знати, що у вас працює все добре, коли ви тільки що перерефакторили всі свої тести. Тож тести, те, що має сказати, що воно працює добре чи ні, воно змінено. Ви можете додати там помилку, а враховуючи, що зачасту деякі люди додають expected result просто з терміналу, ну там подивились, запустили, оп, отакий результат, ми його підкинемо і будемо його очікувати. Все, тест зламаний, а ми про це навіть і не знаємо. Все це звучить як проблема, але головне питання, чи це настільки погано? Ну, типу, воно ж працює, воно ж якось проіснувало досі. І тут я хочу підняти питання того, що якраз коли ми онбордимо людей, то, по-перше, це займає купу часу, щоб людина просто зрозуміла, що з цим робити. Та людина, яка займається менторингом, вона вимикається з процесу розробки, що також сповільнює розробку. Підвищується кількість багів, а це означає, що підривається довіра до нас, як і до розробників. Знову ж таки, нам треба час витратити, щоб пофіксити все це. Cost per feature зростає просто в геометричній прогресії з тим, як ми додаємо фічі. І ми просто не можемо прогнозувати, коли ми зможемо заделіверити ті чи інші фічі, бо це просто дуже важко спрогнозувати, скільки там буде складності, скільки буде багів і як з цим жити. Тож, оскільки час – це гроші, так, це погано, це проблема. Але це ситуація, яка склалася, вона ж склалася не тому, що ми читали замало книг, чи тому, що ми не використовували паттерни. І я дуже сподіваюся, що не тому, що ми дуже хотіли написати поганий пакет. Тому воно утворюється так, тому що життя у пакетів таке. От так складається цикл розробки. І от нам треба щось з цим робити вже. Зробити все добре ми не можемо, бо це, знову ж таки, час. І нам треба шукати якийсь компроміс, треба шукати якісь пріоритети. Я хочу вам запропонувати своє бачення того, як з цим можна щось вдіяти. І починається це бачення з того, що пакети, треба підготувати список пакетів з їх зонами відповідальності. Потім виписати всі сутності, що у вас є, з усіма залежностями, що у вас є. І почати кластеризувати. Тож ваша задача згрупувати все це таким чином,
щоб залежності між кластерами були як можна слабшими. І це дозволить вам подумати, яка саме ідея об'єднує ці кластери, що дозволить вам підібрати той нейм, який буде найкраще підходити. До речі, мій лайфхак, я користуюся Google Translate, щоб підібрати синоніми. Там можна ввести слово, він рекомендує якісь там 10 варіантів. Можна по одному їх перебирати, він буде знову якісь синоніми підібирати. І я так доволі часто користуюся, щоб підібрати якийсь влучну назву. Ну і все, далі планування закінчено. Треба просто степ за степ починати щось робити, рефакторити. І мої рекомендації – це експортити тільки те, що ви реально збираєтесь використовувати ззовні. Робити пакети максимально self-contained, щоб їх просто було дуже легко перевикористати. Також робити настільки простими залежності, наскільки це можливо. Залежності, якщо що, я маю на увазі, от ви коли файл відкриваєте будь-який, у вас там на горі imports. І от якщо ви бачите там от такий лист imports, ну це вже має викликати деякі питання. Далі я рекомендую тримати імплементацію настільки простою, настільки це можливо, робити валідацію для того, що ми експортуємо, для функцій, методів, які ми можемо виклати поза пакету, і тримати API простим. Я маю на увазі, наприклад, називати однаково одні й ті самі параметри. Це така проста річ, яка дуже рідко зустрічається. У вас там десь це код, десь це продукт-код, десь просто продукт. І от просто називаючи однаково, це вже допомагає. Одну і ту саму використовувати послідовність для параметрів. Не перевантажувати контекст і робити простою, прозорою роботу з зовнішніми залежностями. Я тут дуже багато казав, що там паттерні погано, inversion of control погано, але все ж це best practices. Насправді, моя думка не в тому, що це погано, а в тому, що все це дуже потужний інструмент, але який додає складності. Тож ідея в тому, щоб знайти баланс між простотою та оверінженірингом. І в цій ситуації я хочу навіть сказати, що баланс треба шукати не між простотою, а між стратегічним програмуванням. І різниця між стратегічним програмуванням і оверінженірингом виключно в тому, що у вас є план. Ви на цьому етапі життя проєкту вже маєте розуміння того, які частини вашого проєкту можуть з більшою вірогідністю розширюватися, де у вас просто статичний код, який ви взагалі ніколи не чіпаєте, і ви можете використовувати оці потужні інструменти там, де це дійсно необхідно, тим самим зберігаючи баланс ціни за фічу, складності і гнучкості. Ну і нарешті, коли ми підходимо до питання з тестами, на мою думку, оскільки у нас найменший юніт інкапсуляції – це пакет, то і тестувати треба юніт-тестами на рівні пакету. Я дуже раджу підготувати стабільні текстури, які дуже легко перевикористати. Це дуже багато зекономить вам, по-перше, часу, а по-друге, ви не будете, у вас не буде можливості зробити помилку, коли ви пишете фікстуру для нового тесту. Тож ви будете впевнені, що один раз написавши, з вірогідністю там 95% ви зможете перевикористати її і не зробити помилку в самих фікстурах. Також тестувати я раджу тільки експортоване. Це дозволить вам не переписувати тести в той момент, коли ви робите локальний рефакторинг. Ви змінили декілька неекспортованих функцій, нічого страшного, тести залишились старими, ви впевнені, що все працює. Я вважаю, що нічого страшного нема в тому, щоб в ваших тестах використовувати добре протестовані пакети інші, в тому числі і базу даних. І головне, щоб просто воно задовільняло принципом first, щоб була ізоляція і так далі. Я вважаю, що не варто мокати все підряд. Бо, знову ж таки, коли ви мокаєте якийсь функціонал, ви можете втратити якісь edge-кейси, які ви просто не продумаєте, а по факту вони будуть заімплементовані вже в реальній структурі. І від цього йде наступний пункт стосовно інтегрейшн-тестів. Власне, я прийшов до того, що інтегрейшн-тести є більш базовими, бо якщо ви написали дуже хороші інтегрейшн-тести, то юніт-тести у вас будуть зелені, що не буде працювати навпаки. Бо коли ми починаємо працювати з реальними імплементаціями замість
моків, то у вас виходить, що додається якась додаткова ідея, додатковий зміст. Тому я вважаю, що інтегрейшн-тести за замовченням, а юніт-тести в той момент, коли нам або дуже дорого інтеграційними тестити, або неможливо. Я тут дуже багато розповідав, що як треба робити, але при цьому ідея спочатку була не давати вам срібної кулі. Тож головна теза в тому, що я поділився з вами якимись ідеями, але вирішує завжди команда. Це команда рішення, чи робити рефакторинг, чи не робити, а якщо робити, то саме як і в якій кількості. Тож це завжди team decision. Єдине, що я хочу напомнити, це якщо ви нічого не робите, то насправді ситуація погіршується, бо проєкт продовжує розвиватися. І може настати момент, коли переписати просто все з нуля буде простіше, ніж виправити ті помилки, які накопичились. Особливо враховуючи те, що цей процес йде просто по кругу. Ми постійно додаємо фічі, постійно їх стабілізуємо і міняємо свої розуміння того, як проєкт живе, рефачимо і так далі. Якщо ми викидаємо ось цей елемент, то в нас є просто фічі, стабілізація, і в якийсь момент їх стає занадто багато. Ось, насправді, все, що я хотів сьогодні з вами обговорити. Я буду дуже радий запитанням. Маленька ремарка, не встигли сказати вначале. За лучший вопрос у нас є небольшой презент другого цвета. Так, так. Поэтому... Давайте так. Давайте будем, якщо немає запитань, який найгірший кейс отакого запущеної ситуації був у вас в вашому житті. І так, це буде досі, як це, я буду вирішувати просто на свій розсуд. Ніякої об'єктивності не очікуйте. Ну, давайте, який бадхьорт найбільший, що у вас було? А, на сам, так. Ми переписали сервіс, який до того писали 8 місяців. Просто з нуля. Непогано, так. У мене був випадок, накривався. Це був фреймворк Behold, то ми про цього знаємо. Після китайця. Uh-huh. Ну, того, що в них все було в одному пакеті, все було фактично, як чую, китайцям дусь, як чую, так кипаю, так? Так що? Це прям така була простиня, велика, велика, велика. Ну, вони зрозуміли простоту трохи буквально. Я не призиваю, я не кажу, що треба писати все в одному пакеті, якщо що. Ідея в тому, щоб до моменту, коли ми не зрозуміли, що від нас потрібно, ми тримали за можливістю це флет. А потім вже поглиблювалися. Але так, це вже якийсь запущений кейс. Так, є ще якісь ідеї? Файли. А, ну то все нормально. Це нормально. Ну, досить багато було. Ну, досі багато, так, але ну, в мене бувало таке, що 5 тисяч рядків. Це так, це норма. Це норма. Добре, я дуже дякую вам за увагу. Вітя, мабуть, треба його викмикати. Добре, дякую. Я не знаю, як. А, этом предмете, который, я думаю, вызывает некоторые вопросы, что же это стоит, почему оно здесь, мы говорим о каких-то пакетах в Go. Ну, а как это все связано? Так, в общем, буквально скоро мы это все узнаем. Саше надо чуть-чуть времени поиграть на столке, и мы начинаем. Вот. Опять-таки повторюсь, за вопросик у нас есть некий синий презент. Я думаю, никто не останется равнодушным. Возможно, уже кто подписан на Instagram-канал Intellis, уже увидел, что это за презент. Поэтому... активничайте. И опять же, вопросы, которые есть онлайн, нам задают, мы все зачитаем, ничего не будет забыто. И, кстати, с Сашей договорились, что если у вас вопросы будут по ходу доклада, не ждите конца, просто поднимайте руку и озвучите сразу, потому что доклад будет очень насыщен темами,
которые можно обсудить. А можно бы железяком она так побаловаться? Конечно. Если они доживут. У нас план минимум. Хорошо, супер. Саша. Так нормально? Да, только это тоже тебе надо. Так, ну что ж, добрый вечер все. Спасибо, что пришли. Я как бы не очень опытный докладчик, поэтому могу немножечко нервничать. Это нормально. И сегодня... Да, меня зовут Александр, прежде всего. И я работаю, просто работаю. Будем говорить сегодня об микросервисах IoT. И вообще, что такое IoT в принципе? Это вот все вот эти умные плойки, холодильники, все, что там нарисовано на этом слайде, которые переплетены в сеть зачем-то. Вот. Почему? То есть, почему они переплетены? Ну, будем рассматривать дальше. В принципе, IoT сейчас очень используется во многих сферах, особенно там, где есть деньги, потому что деньги, прибыль – это то, зачем мы работаем. Одна из компаний, к примеру, использует дроны для полета ветряков и анализирует степень износа лопастей. Вот. Как это может нам помочь вообще, IoT? В чем помогает? То есть управление чем-либо. К этому мы уже привыкли, что мы любим что-то включать, выключать удаленно, управлять какими-то вещами. Но управление – это еще не все. То есть мы можем делать мониторинг или учет каких-то вещей. Это сколько пешеходов прошло, сколько мы надоили с каждой коровы молока. Для чего? Для того, чтобы потом анализировать, планировать и прогнозировать, что и сколько чего мы можем получить с гектара, с коровы, с любой другой единицы. Энергосбережение и энергоэффективность – тоже очень важный момент, потому что мы можем очень легко подсчитать, зная аналитику, сколько какое устройство было включено по времени, интервал, плюс, зная энергопотребление этого устройства, мы можем подсчитать и что-то улучшить. Энергобезопасность, то есть это всякие датчики, в том числе утечки газа, утечки воды, утечки чего-нибудь. И безопасность, в принципе, такие вот компании, как Ajax, уже доказали, что это очень полезно. И хорошо. И вот сегодня я хочу поговорить о своей проблеме, потому что да, эта проблема, как бы, если вы строитесь, то вам сюда как раз. Ну, увы, так и есть. Стройка – это всегда проблема, но мы будем затрагивать не весь умный дом. Умный дом – это слишком много, чтобы рассмотреть за один раз. Мы возьмем небольшую часть, я бы так сказал, это управление наружным освещением и внутренним. Удаленно в том числе. То есть, и вот раз мы уже об этом заговорили, то вспоминаем электротехнику. Самый простой вот вопрос, который может возникнуть в стройке, это включать свет. Мне надо управлять нагрузкой. То есть включать электросеть, нагрузка и распределительная коробка. Все просто. Как бы, когда вы ставите задачу электрику, что я хочу, допустим, чтобы у меня было две нагрузки, две лампочки. Он говорит, хорошо, мы сделаем тебе две лампочки, и у вас выключатель чуть-чуть усложняется. Ну, вроде бы все нормально, мы к этому привыкли, у нас он тут много таких двойных выключателей. Потом вы думаете, а почему бы не три? И три как бы тоже хорошо, но мы же разработчики. А поскольку мы разработчики, то мы привыкли делать все, что мы видим, и искать паттерны, возможно, ну, анализировать существующую ситуацию. И у нас уже, я понимаю, это может быть не очень хорошее сравнение, но мы же оцениваем свои алгоритмы с точки зрения сложности, да, complexity. И вот у нас вот эта сложность, вы же видите, как она растет. У нас был один провод, стало два и три. То есть сложность этого алгоритма линейная, правильно? То есть если мы захотим добавить новый потребитель, то у нас будет выключатель в ряд расти и вырастет до такого состояния, что ваши пальцы, в принципе, окажутся слишком толстыми, да, для этого выключателя. Но это так. Мы опять же говорим сейчас про масштабирование. Это же микросервисы. Ну, то есть
Если мы будем масштабировать решение, то масштабируется оно как бы, ну, крайне плохо. С другой стороны, мы можем иметь задачу, при которой у нас нагрузка как бы одна, но мы хотим управлять ей с разных мест. И что получается? То есть тут тоже, ну ладно, это тоже достаточно тривиальный такой вопрос, когда мы управляем нагрузкой с двух мест. И в принципе она работает хорошо, если вы, допустим, применяете эту схему в длинном коридоре, вы зашли в коридор, включили выключатель, прошли и выключили. Ну вы, пока вы идете по коридору, вы понимаете, в каком состоянии находится ваша нагрузка. То есть лампа горит, ну, потому что вы идете. Точно так же с лестничной клеткой. Но как быть, если снаружи? Ну, то есть вы управляете чем-то снаружи. И это вот уже превращается в кота Шрёдингера. То есть вы не знаете, в каком он состоянии, живой или мертвый. Ну, вы знаете, что кот есть, но какой он, вы не знаете. И когда вы добавляете новые выключатели, то у вас эта схема, она вот, она нелинейна, сложность растет, она усложняется и усложняется. А теперь вот забудьте про электротехнику. Давайте сети вспомним. Вот в сетях есть топологии, такое понятие. И вот топологии бывают вот, вот таких вот трех видов. Шина, ну там их больше, но основные. Вот шина, кольцо и звезда. И если мы посмотрим на вот эту схему, то какую топологию она вам напоминает? Есть идеи? Шина, кольцо, звезда. Как? Молодец. Это совершенно правильно. То есть, ну, я бы назвал это не кольцо, это звезданутое кольцо. Ну, почему звезданутое? Потому что это кольцо, которое сходится вот тут в середине. И почему я затронул топологии? Потому что, когда мы говорим про сетевые топологии, мы наследуем все проблемы от сети. То есть, вспоминаем кольцо, какие у нее проблемы. Вы не можете просто включать или выключать новые, ну, элементы в сеть без остановки сети. То есть она будет разорвана, цепь, она не будет работать. То есть при разрыве одного из проводов вот вся вот эта схема, она становится автоматически нерабочей. Ну, и найти этот обрыв вам весьма сложно. С другой стороны, да, и все это сходится еще в коробке, чем в одной, что очень как бы прискорбно. То есть по факту мы получаем вот, вот, вот так. Если у нас обрыв, у нас беда. Мало того, когда мы в эту сеть что-то включаем, она должна быть разомкнута. Сложность поиска неисправности и другие вещи. Ну, дальше. Да, я уже упомянул проблемы. Одна из вещей тоже вот неприятных, что в такой сети все элементы находятся под высоким напряжением. То есть вам надо обесточить всю сеть для того, чтобы что-то с ней делать. И да, управление осуществляется механическим образом. То есть есть, конечно, умные выключатели, которые интегрируются в вашу сеть, и они там каким-то образом размыкают контакты. Но это уже танцы с бубнами больше. И я бы сказал, что я хотел бы, чтобы мой, ну, не умный дом, а мое управление освещением вот, вот могло вот это. То есть управление наружным и внутренним освещением, ну, понятно. Важный момент. Второй, я считаю, самый важный. Это динамические. То есть возможность назначать клавиши в процессе эксплуатации. Потому что, когда вы электрик провел провода, заштробил, все замазали, вы уже ничего не можете сделать. Ну, в коробке можно там еще попытаться где-то чуть-чуть поправить ситуацию, ну все. Как бы система закрыта к расширениям вообще навсегда. Захотите третий, допустим, канал, третью клавишу, ну, будет, наверное, практически невозможно, если у вас трехжильный кабель, вы уже как бы исчерпали свой лимит. То есть расширяемость. Мониторинг текущего состояния, ну, это, в принципе, все очевидно, что хотелось бы иметь. Ну, и опять же, выключение при соблюдении какого-то условия, но об этом мы поговорим позже. Дальше. Небольшой спойлер. Потом мы займемся реверс-инжинирингом. Вот получилось вот это. Вот, вот эта штука. Выглядит это примерно вот на картинке. То есть что мы имеем? Мы имеем свитч. Мы имеем, в принципе, подключены через витую пару в свитч. Они же от нее и питаются, ну, от него и питаются, потому что PoE, ну, Power over Ethernet, наверное, слышали такие вещи. И блоки управления нагрузкой. Вот, на мой взгляд,
это решение, оно не обладает, как бы вот, это не самое лучшее решение, которое может быть. И зачастую, что мы делаем, когда мы, ну, к примеру, решаем задачу электрика, программист решает, да, или там embedded разработчик, то мы просто, это называется moving complexity to another domain. То есть мы скидываем эту проблему на кого-нибудь другого. Ну, в данном случае электрик из меня хуже, чем разработчик. Это раз. Во-вторых, ну, надо убедиться действительно в том, что простого решения в плоскости, в той, в которой мы пытались решить электрика, нет. И, собственно, тогда уже решать, подходит это решение для вас или нет. Так, и вот теперь, сейчас вот это было вступление небольшое. В принципе, я разбил вот доклад этот где-то на три части. И, ну, это, в принципе, то, что мы будем сегодня затрагивать. И я начну с аппаратного обеспечения. К сожалению, все вот эти вот компоненты, они рекурсивно, куча рекурсивных определений и зависимостей. Потому что мы не можем говорить, к примеру, о программном обеспечении, не затронув там какие-то инфраструктурные вещи или наоборот. То есть вот, в принципе, давайте перейдем, я не буду на этом слайде сильно останавливаться. Вот инструменты разработки, которые нам понадобятся. Опять же, я брал самые простые для того, чтобы каждый мог попробовать, ну, грубо говоря, и собрать эту поделку как бы у себя на коленке. То есть самые простые вещи – это либо Arduino IDE, ну, не самый лучший вариант, но самый простой. Либо VS Code с платформе-плагином. Вот эти вот две утилитки консольные, Avahi – это для инфраструктурных вещей они понадобятся. Ну, Postman куда без него. И MQTT Lens – это для того, чтобы слушать топики MQTT. Блин, это уже спойлер. Так вот, аппаратное обеспечение. Прежде чем мы о нем поговорим, вы помните, видели вот, этот, вот эту диаграмму, я забыл упомянуть, вот тут розовое облачко. То есть у нас есть разные типы устройств в нашей вот сети. И, в принципе, вот для того, чтобы реализовать вот, вот эти устройства, выключатели, блоки управления, они достаточно простые. Для них хватит микроконтроллеров. Тут уже для того, чтобы развернуть инфраструктуру, нам понадобится что-то посерьезнее. И говоря об аппаратном обеспечении, ну, стоит вспомнить, что у нас есть, ну, так, грань уже между ними стирается очень сильно, но есть микроконтроллеры, есть микропроцессоры. То есть микроконтроллеры, вот это наши устройства, они будут собраны на них, они используют либо систему операционную систему RTOS типа реального времени, либо вообще без операционной системы используется, потому что, ну, я бы так сказал, моментальный отклик на наши действия, когда мы переключаем что-то, ну, это во-первых. Во-вторых, такие устройства, они имеют один луп в себе и, в принципе, никакими другими задачами они больше не управляют, что очень хорошо и важно. То есть они, у них нет переключения контекста, они не теряют ничего. И микропроцессоры, это уже там ARM, что-то получше, посильнее. Вот, вот на ARM мы будем разворачивать нашу инфраструктуру. Так. Вот из микроконтроллеров, что я хочу выделить, что я нашел. Ну, я начинал многие вещи пробовать. Вот ESP мне понравился. Это так, буквально один слайд, быстро, чтобы вы знали, что есть. Если вы захотите что-то делать, я не профессионал и не эксперт в этих вещах, но то, что мне было просто и понятно, и с точки зрения и комьюнити, и библиотек, и других вещей. Первое, что я попробовал, это ESP, ESP8266, ESP32. Они хороши, но это too much, я бы сказал. Это сильно дорого. Да. Не-не-не, мы дойдемо до Go. Тут будет Go. Буквально чуть-чуть. Raspberry появился после того, как я уже пробовал. Я имею в виду Raspberry Pi Pico. Это вот, вот, вот это я его даже поставил посередине, потому что он уже между микроконтроллерами и микропроцессорами. Вот тут, хотя дешевая штука и, наверное, неплохая, но я сомневался, будет ли она нормально интегрироваться с существующими, ну, шилдами, которые уже под Arduino давно использованы и попробованы. Arduino, собственно, Texas Instruments вообще не рекомендую, SparkFun, потому что дорого и сложные комьюнити. Ну, для тех, кто любит пожестче, как бы можно взять атмеловский чип, программатор и вперед. Ну, как бы не отчаивайтесь, можно.
То есть, ну, понятно, выбрал я Arduino, потому что, первое, лень, второе, уже все, все библиотеки написаны, и большой комьюнити, в принципе, вопрос задаешь, тебе отвечают. С микропроцессорами и платами, ну, нам не нужен был для реализации вот какой-то одноплатный компьютер. И, ну, опять же, я выбрал Raspberry только потому, что он у меня валялся, там вторая версия или какая-то. В принципе, хватило бы даже Zero, но у нее нет Ethernet, и пришлось бы ставить Ethernet Shield, и вышло бы то на то. Как бы. Что я из этого хочу сказать? Очень классная штука QBBoard. Я ее тоже пробовал когда-то. У нее есть порт SATA. Причем у всех QBBoard, там их большое разнообразие, есть SATA-порты. Это прям классно. И 2 гигабайта оперативной памяти. И андроиды, ничего. Остальное очень дорого. Очень дорого и печально. Так вот, наконец-то. Все, мы дошли. Теперь мы дошли к тому моменту, что мы определяем список нашего оборудования, который нужно реализовать. И первое, что мы будем реализовывать, это кнопка. То есть переключатель, он не является механическим устройством. То есть он, ну, если бы он был механический, он бы хранил бы все состояния. Он был либо так нажат, либо так. А мы, ну, как бы не должны знать, потому что их может быть от 0 до N. А если их 8 или 9 проходных переключателей, то как бы он не может отражать там положение в зависимости от 8 переключателей. И как бы одно из требований, он не должен быть слишком умным, потому что если он будет хранить в себе состояние, это тоже не очень весело. Короче, получилась такая схема на Arduino. Ethernet Shield, расширитель портов. Ну, короче, все это есть в репозитории, в свободном доступе. Просто, чтобы вы знали, что оно выглядит просто, собрать можно на коленке. Исполнительное устройство схематически, то есть оно выглядит тоже. Это вот блок реле, который подключен к нагрузке и может что-то включать, выключать. То есть он реагирует на сообщение. И тут обратите внимание, что если переключатель, у него есть и вход, и выход, то есть он сам свое, ну, как бы состояние не знает. Он говорит, я переключаю, потом получает какой-то сигнал, типа, хорошо, ты переключен, и все. И на этом заканчивается. То с блоком управления, с ним чуть послушает, только реагирует на внешние раздражители и, ну, больше ничего не делает. То есть я реализовал вот тут 2 разных блока. Первый, самый простой, там на 4, и чуть посложнее на 8. Как бы все работает, все прекрасно. Но, да, это перечень оборудования, вряд ли. Вот здесь мы закончим. То, с железом мы закончили, потому что как бы, ну, это все-таки гоу-метап, правильно? Да, вот теперь программное обеспечение. Вот прежде чем мы перейдем к программному обеспечению, надо вспомнить кое-какие вещи. Я вижу, очень интересно, вы все такие, эх, собрались, кто-то в телефоне, кто-то спит. Ничего, сейчас будет лучше. Ну, не намного. Помните событийную модель CQRS? Как бы, ну, работали с event-driven чем-нибудь? Вот там, где... Такие вещи, я сейчас буду говорить странные слова, вы просто там projection, реактор, шина сообщений, блин. Ладно, мы не будем сильно на этом задерживать. Ну, короче, я пытаюсь DDD и CQRS вложить там в 3 минуты, в 2 постараюсь. Это событийная модель в основном, то есть CQRS, во-первых, это Command Query Segregation, когда мы разделяем команду и query. И если вы, допустим, даже с точки зрения HTTP API, если вы там, допустим, делаете запрос, команду, то она вам не возвращает никакого, ну, payload'а, за исключением статус-кода. То есть это либо success, либо там, ну может быть, ошибку в крайнем случае там в баде. Query — это вы делаете запрос, и вы получаете чистый ответ. Ну, вы никогда вот в одном и том же запросе ничего, ну, если это command, то вы только меняете, ничего обратно не забираете. Если query, то вы выгребаете, но это не изменяет состояние системы, ни на что не влияет, ничего нигде не портится. CQRS. Событийная модель — это чуть-чуть по-другому. То есть обычно мы как привыкли? Там... Мы применяем какую-то команду или хендлер наш, там, допустим, патч, там что-нибудь. Да? Вот это вот что-нибудь, то, что мы патчим, это как происходит? Ну, вы идете в базу, да, и раз, и запатчили. Класс. Ну, тут не так. Тут вы кидаете ивент, то есть такой, о том, что у нас есть реквест на то, чтобы запатчить вот эту штуку. И все, он ложится в event store, то есть в
в хранилище событий. А потом оттуда строится агрегат, а дальше вы почитаете сами. Ну, кому будет интересно. Вот. Так вот, к чему я это? Вот компоненты системы. То есть пока я железо только тут нарисовал, у нас есть основной переключатель, мы хотим его нажать, мы хотим, чтобы блок управления нагрузкой что-то сделал, что-то зажег, и вот, вот чтобы состояние нагрузки, которая включена, и сам зеваю, блин, чтобы она отразилась и на этом, и на том переключателе, и, возможно, еще на каком-нибудь. И ну, вспоминаем главное требование системы, которое мы описывали, что переключатель не должен быть слишком умным, и он как бы не должен знать о своем состоянии. Вот, вот сейчас мы, вот, вот то, что про программирование, то, что мы любим, потому что кода может немного, может, вы хотели кода, не знаю, но вот мы часто строим какие-то вещи и делаем много-много ошибок. И вот сейчас это вот прям классная event-driven, ну, пример такой самый простой event-driven какой-нибудь системы, вот в чистом виде, где нет никаких лишних вещей, не надо много знать о домене, там, тут нет там доставок и всяких вещей, типа там вычисления стоимости, тут просто состояние. Так вот, чтобы это состояние, ну, у нас же еще fault tolerance есть такие вещи, как после того, как у нас пропало, ну, питание, например, на выключателе или что-то, или сеть, разрыв, мы должны уметь восстановить это состояние. То есть это значит, что оно должно храниться централизованно. Оно не может тут в каждом выключателе быть прошито. Они потом просто не смогут, у них будет рассинхрон. Какой-то был онлайн, какой-то был офлайн, мы послали команду, и потом оказывается, что система, ну, она в состоянии в таком неустойчивом, скажем. И вот для этого мы введем менеджер состояний. Менеджер состояний – это, давайте рассматривать пока коробку такую, в которой есть вход и выход. Вот на вход ему поступает там команда, что поменяй состояние, ну, просто надо его инвертировать. Грубо говоря, что происходит? Мы нажимаем кнопку, идет ивент, вот просто ивент. Он ничего, никакой нагрузки не несет, потому что мы не… Вот, вот эта часть, вот CQRS, мы ее разделили, она не знает об этой части, в каком состоянии находится статус LED. То есть что выходит? Мы посылаем вот этот ивент на изменение состояния, и он должен прийти в менеджер состояния. Он должен посмотреть по UUID-шнику, допустим, там, или какому-то уникальному идентификатору устройства, и изменить состояние. Ну и потом нам надо это все, получается, каким-то образом сюда, сюда и туда зараутить. То есть что такое? Ну, сервис управления состоянием, он получился, в принципе, очень простой. Я так быстро покажу, что у него там полезные нагрузки, два пакета. Конфиг – это просто там просто лежит конфиг. И если бы я, например, не писал тестов и вообще не следовал там солидам и каким-то принципам, то вот в 70 строчек, а нет, наверное, в 50, он бы вот весь влег вместе с мейном, вот, вот со всеми с импортами. То есть он реально простой. Ну вот, да, мы вот вернулись теперь к менеджеру состояния и знаем, зачем он нам нужен. Теперь мы, задача усложняется. Мы вот хотим все вот это как-то зараутить между собой, чтобы, ну, то есть, во-первых, почему это важно? Мы не хотим, мы в принципе могли бы вот, вот здесь взять и прошить эти устройства так, чтобы они все друг о друге знали, чтобы вот это дергало менеджер состояний, чтобы менеджер состояний дергал в реле и вот эти два диода, но как бы, когда мы будем что-то менять, мы будем просто менять код этого всего и, ну, устройство. А если мы хотим что-то переделать, то все опять идет, короче, очень плохо. Надо какое-то решение. Вот, вот как это сделать? То есть оркестратор сообщений. Решение, оно примерно вот простое, что вот все вот эти источники и подписчики, мы так их назовем, они подключены в брокер сообщений. И кто-то туда пишет, кто-то оттуда слушает, но они ни в коем случае не коммуницируют напрямую. То есть они, ну, не должны знать о том, что кто-то еще есть. То есть вы их включили, они подсоединились, и все. И кто-то слушает, кто-то читает. Но оркестратор сообщений – это такая, ну, такой сервис, вот как раз написанный на Go. Он, в принципе, делает что? У него есть HTTP, по которому мы ему даем конфиг, скармливаем. И он его применяет. То есть
в этом конфиге мы храним правила маршрутизации. И что происходит? Каждый раз, когда мы дергаем это HTTP API, он применяет конфиг, то есть фактически он создает подписки на какие-то топики и вешает callback, грубо говоря. То есть при поступлении сообщений в эти топики он будет их перебрасывать в какие-то другие. Может быть, даже с условием. Ну и хранилище конфигурации, то есть чтобы, когда у нас все умерло, потом все опять восстало вдруг из мертвых, чтобы мы могли восстановить состояние нашей системы в том положении, в котором оно было до того, как все пошло не так. И давайте вспомним тоже SAGA, распределенные транзакции. Это вот Styrena у Microsoft, эти две хорошие диаграммки. Я, в принципе, люблю их документацию. Они все классно объясняют, и картинки красивые. Можно в метапах использовать. Вот есть два основных таких подхода. Хореография и оркестрация. Вот хореография – это когда вы, поскольку мы говорим о вот этих event-driven всяких системах, это практически вот тот момент, как у нас, когда все работают с брокером сообщений. Но вот в этом случае плохом, это хорошо вот в простых таких статических конфигурациях, это работает. Но в нашем случае не очень хорошо, потому что все должны знать друг о друге. Но это хорошее решение для простых задач. Есть вариант второй с оркестратором сообщений. И там уже даже в принципе не важно, есть ли у вас под капотом брокер или что-то. Это оркестратор – это просто некая сущность, которая, у нее есть вход, она знает, как сделать другие вызовы, там, не знаю, через gRPC, HTTP, что-нибудь еще, абсолютно неважно, через что. И она собирает в кучу синхронно, асинхронно и возвращает клиенту ответ. Но я чуть-чуть переделал эту схему. Вот. То есть у нас тот же самый брокер, те же самые клиенты, сервисы, но оркестратор, он чуть сбоку. И получается, что он включается в эту шину сообщений на общих основаниях со всеми. То есть, в принципе, вот это все, оно не работает до тех пор, пока оркестратор не запущен или не имеет конфигурации, или просто выключен. То есть оно работать не будет. Оркестратор тоже получился. Я не хочу влазить в код, это бессмысленно. Все в открытом доступе. Да? А потому что топики... Объясню. Дело в том, что все устройства... Спасибо, вопрос очень хороший, многим может пригодиться. Помните требования, я говорил, я хочу динамически назначать кнопки. То есть вот бывает такое, что в стройке очень часто вы поставили выключатель, а потом поняли, что он вроде и хорош, но я хочу отсюда управлять не этой лампочкой, а другой. И для этого... Мы же не можем статично прошить все наши устройства, чтобы они напрямую коммуницировали. Это плохо. Поэтому они прошиваются один раз. В данном случае дома, а так по-хорошему, если бы это было в продакшене на заводе, у них есть просто вот вход и выход, топик. Они уникальны. И мы оркестратором связываем входы и выходы. То есть вот буквально несколько шагов назад вот эти соединения, вот это нам дает оркестратор. Потому что даже если мы все задеплоим и запустим менеджер состояния, он никого не слушает. Он слушает свой топик какой-то, о котором никто не знает. Потому что требования системы, никто друг о друге ничего не знает. И только после того, как мы применяем конфигурацию вот здесь, он создает подписки и начинает перебрасывать из одного топика в другой. То есть он делает вот для нас эту связь. Так, мы были здесь, да? Да, нет, мы были дальше. И, собственно, вот весь этот сервис, опять же, вот 80 строчек кода, если не следовать никаким моральным принципам, можно вложить. И там всего-то один хендлер, который отвечает за все. И один endpoint у API. То есть много... Так. Вот. Но для того, чтобы нам применить этот конфиг, то есть вы уже видите, что у нас это получается такое дерево событий. Вот если мы представим это в виде дерева, то видно, что у нас основной переключатель, который имитит какой-то ивент, он должен быть словлен менеджером состояний, и дальше менеджер состояний инвертит там предыдущее состояние и бросает следующим потребителям это. То
Ну, в принципе, это дерево. И главное тут уже на этом этапе, чтобы это дерево не превратилось ни в коем случае в граф, потому что тогда начнет из одного топика в другой это все перебрасываться в цикл, и мы умрем как приложение. То есть вот фактически вот это простой пример конфигурации, как это выглядит. Мы записываем дерево в строку, ну там, вот так. И что нужно заметить в этой конфигурации? Что у нас есть ну, по типу устройства. Есть свечи, там это кнопки, есть реле, есть там статус LED. Есть в MQTT, мы потом уже, когда будем говорить про инфраструктуру, об этом больше поговорим, есть такой retain flag. Это ну, по многих MessageQ такое встречается. Зачем это? Это для того, чтобы если вы в какой-то топик бросаете сообщение с этим флагом, то все устройства, которые подключились к этому топику после, они вычитают это сообщение. Ну, только одно. И это важно. Важно потому, что когда вот у нас все умирает, а это бывает электричество, оно же как бы нестабильно, питание, происходит следующее. Ваше устройство там было офлайн, оно подключилось, ему надо подтянуть последнее состояние, потому что другие устройства были онлайн, и кто-то что-то где-то накнопал, нанажимал, у вас поменялось. То есть все, в принципе, просто. И структура хранения данных в Go, она вообще даже не стоит того, чтобы о ней говорить. То есть input-output. Input биндится на output. И это может биндиться много-много-много раз. Это мы пропустим, я тут не стал. Да. Теперь мы посмотрим, как вся эта схема работает в куче. Я эту большую диаграмму поставил только для того, я понимаю, что не видно там, сейчас она будет более детально рассмотрена. Просто, чтобы вы знали, какие у нас есть участники. Есть пользователь, этот переключатель, брокер, flow manager, state manager и реле. То есть, как я уже говорил, у нас есть фаза инициализации, это на которой она параллельна. Мы не знаем, в какой последовательности это произойдет, кто первым подключится к брокеру сообщений. Но по факту все участники должны туда подключиться. То есть это ясно. Потом нам нужно применить конфигурацию в оркестратор. То есть она может быть с предыдущего раза, ну, поскольку она хранится в сторидже, либо мы ее применяем, и она начинает, ну, как бы начинает роутить все. И начинаем пользоваться. То есть у пользователя все просто. Он нажимает кнопку, получает визуальный сигнал. У нас чуть сложнее у разработчиков. То есть ну, пользователь фактически видит только вот эти две штуки. Он нажал, вот эта его коммуникация с устройством, и он получил сигнал. Но, да, что происходит? Мы посылаем сигнал в топик девайса, все же общение через брокер сообщений. Flow Manager вычитывает этот сигнал, никто другой, Flow Manager, и смотрит, ну, как бы, матчит, куда ему его перебрасывать, и перебрасывает, то есть перебрасывает State Manager. State Manager... Да, Flow Manager — это оркестратор, совершенно верно. То есть он... Угу. Если там есть это правило маршрутизации на эту кнопку, может быть, вы забыли добавить ее, там нет. Ну, может и такое быть. Но он, по идее, если все пошло правильно и вы все сделали верно, он вычитывает это сообщение и перебрасывает в топик менеджера состояний. Менеджер состояний, у него есть storage, в memory, в SQLite, неважно где. Он знает предыдущее состояние. И он просто его записывает новое состояние в базу и выбрасывает его в свой выход, ну, определенный. И там опять срабатывает менеджер, оркестратор, потому что он должен вычитать это состояние, и у него есть правила маршрутизации на реле и на вот этот вот ну, диод, или, который отвечает за состояние, ну, который визуальный сигнал дает пользу. Вот как-то так. Да, это, к сожалению, программное обеспечение устройств написано всех вот этих на плюсах, но вам не надо их знать. Надо будет, если вы захотите запустить, надо просто знать, что должен быть уникальный MAC-адрес, должен быть и уникальные еще две тут позиции. То есть префикс, это, как вы видели, у нас есть топик, у него есть UID, и только вот последние там от 0 до 7 будут разные у него. Вот так.
По программной части пока все, но инфраструктура. Инфраструктура, почему я вообще решил о ней поговорить? Потому что да, мы говорили там о брокерах, о MQTT, я еще даже не сильно говорил об MQTT, но мы уже настолько привыкли работать вот во всех облачных вот этих клаудах, у нас везде есть там EKS, Elastic, там какой-нибудь кластер, у нас есть консоль для Discovery, мы уверены, что наши сервисы, что вообще все, что мы используем, всегда доступно, вот, и оно работает безотказно. Но нет, вот тут беда, потому что вот это вот все, оно работает немного по-другому. Вы живете в доме, у вас электросеть. Электросеть, она не настолько надежна, чтобы как бы верить, что она всегда доступна. И периодически бывают перебои. Даже если перебоев нет, давайте предположим, первый раз вы включаете это все, ну и как оно будет работать, и будет ли работать вообще. Потому что порядок старта устройств и вообще всей этой сети, он не определен. Вы не знаете, что, после чего, как, зачем. Потом у нас есть проблемы, ну, транспорта. Тоже интересный момент. Как будет все это коммуницировать? Вы уже знаете, что все будет коммуницировать через MQTT, но просто чтобы вы знали, как бы могло работать. Могло бы работать на какой-нибудь кастомной поделке через TCP, UDP, RPC, SOAP. Но для IoT SOAP это вообще как бы... HTTP прикольно, но нет. Хотя бы потому, что ну, это уже как бы веб-сервера будут у вас какая-то дополнительная... Короче, too much. Веб-сокеты, да, возможно, потому что многие вообще... месседж-брокеры работают там, через веб-сокет. Но, опять же, это дополнительный уровень, потому что все равно connection по HTTP, потом апгрейдится оно до веб-сокета. Это сложно. Очередь сообщений – вот самый, наверное, лучший вариант для этого. И, опять же, брокеры, которые могли выбрать. Классно, SNS, SQS, NATS, в принципе, возможно. Но, как говорят сами разработчики Mosquito, что это очень хорошая вещь для встроенных систем, встраиваемых, и для одноплатных компьютеров в том числе. В принципе, это уже такой признанный стандарт во многих компаниях, в больших, и ну, это опробовано и работает в продакшен. Поэтому плюс библиотеки. И вот, поскольку мы знаем, что мы будем коммуницировать через MQTT, то у нас появляется брокер в этой цепочке, к которому нам надо подключить наше устройство. Но чтобы нам подключиться, я уже говорил, мы же не знаем, как мы стартуем, нам нужен DHCP-сервер. Это Dynamic Host Communication Protocol. То есть, как минимум, нам надо получить IP-шники. И для этого мы его, собственно, и ставим. Тут вот есть, да, так гораздо лучше, и всем будет видно в том числе. Это называют его еще DORA, это Discover Offer Request Acknowledgement. Первый этап мы прошли. У нас есть DHCP-сервер, и все наши устройства получили IP-шники. Но все равно мы еще пока не знаем, где наш находится брокер сообщений. И чтобы нам к нему подключиться, надо его найти. И для этого мы устанавливали как раз имя. То есть мы находим по имени. Кто-нибудь, может, работал с ZeroConf, Bonjour, это Apple-овские такие штуки, которые ну, помогают, во-первых, находить принтеры в сети в локальной. В принципе, любое умное что-то, что вы купите, там какой-нибудь Air Purifier от Xiaomi, он будет иметь MDNS-респондер внутри. То есть вы сможете его найти по локальной сети, принтер, вот эти там любые датчики. И вот эта вот технология была представлена Apple сначала, но мы используем свободную реализацию, это Avahi. То есть, кому будет интересно, просто почитайте. Но я должен был упомянуть, потому что, опять же, я же не могу IP-шники раздавать вот налево и направо, их всего там немного. И когда мы поменяли уже, наконец-то, имя на IP-шник, мы коннектимся к брокеру. Что тут важного должно произойти? Ну, то есть вот эта вот часть, она стандартная. Мы коннектимся, получаем acknowledgement. Но
наша система еще устроена так, нам нужно обязательно запаблишить advertising. То есть мы должны сказать системе, что вот каждое устройство, оно типа регистрируется, говорит, что я слушаю вот эти топики и читаю отсюда. Это, в принципе, без этого система будет работать, но когда мы будем уже строить UI или приложеньку, для того, чтобы удобно конфигурировать, мы должны знать, в принципе, о том, что у нас доступно на данный момент. Вот только для этого. И после того, как мы подключились к брокеру, мы подписываемся на наши топики, чтобы слушать из них. И, как я говорил, не будет кибернетиса, не будет консула, будет SystemD. То есть все это поднято на одноплатном компьютере, поэтому нам надо как... Дистрибутивом был выбран Arch Linux, просто потому что А – первая буква, и в Википедии это была первая ссылка. Да, совершенно верно. То есть, позавчера, когда мы решали проблему, понадобилось, в принципе, только две команды. Это SystemCTL и JournalCTL. То есть вот с помощью SystemCTL мы настраиваем все, что тут есть. Нам надо было из настроек сети прописать статический адрес, DHCPD, конфигурацию для того, чтобы он выдавал какие-то IP-шники. И дальше только уже это конфигурация Mosquito, unit file, самого сервиса оркестрации и менеджера состояний. Не спрашивайте об этих странных именах. Я привык называть сервисы именами мертвых животных. И планы на будущее. Вот план на будущее, я тут сейчас, это больше даже не планы на будущее. Тут 30% планов и 70% косяков, которые нужно исправить. Вот первое, такое, может, не сильно важное, makefile для загрузки скетчей. Почему? Потому что вот каждый раз предоставлять вот эту конфигурацию и придумать уникальные UID-шники, и хотелось бы одной командой загружать, каждый раз, когда я прошиваю скетч, чтобы автоматически назначались новые какие-то значения. Управление по таймеру. Можно реализовать несколькими способами. Это может быть... Вот главное требование я упустил, которое хотел обозначить вообще к этой системе, это устойчивость к изменению требований. То есть вот когда мне хочется что-то поменять, вот сейчас я понимаю, что в принципе система устойчива, потому что я могу включить новый сервис в шину сообщений, и он не будет влиять на то, что было до этого. То есть предположим, мы хотим сделать управление по таймеру. Мы можем либо добавить сервис, который будет каждую секунду в какое-то сообщение. И мы можем это разрезолвить на стороне оркестратора таким образом. У нас будет правило маршрутизации с условием. То есть если сейчас там время кратное там чему-то, то мы пересылаем это дальше в следующий топик. То есть решение на уровне оркестратора мне больше нравится, потому что оно тупой вот этот тикер, который просто посылает в шину сообщений какие-то сигналы там раз в час, как вам нужно. А тот ловит, принимает решение, передавать их дальше или нет. Либо же вы включаете сервис, который имеет API-шку, он умный, хитрый, и вы его конфигурируете, и он там в определенное время посылает эти. Но все равно менеджер, оркестратор сообщений должен его перебрасывать. Да, сейчас пока нет никакого удаленного управления, потому что все это в локальной сети, надо это все как-то сделать, чтобы оно выходило наружу. Там появится куча проблем с безопасностью, которые надо будет решать. Вот, важный момент. Мы говорили сегодня про DDD и CQRS. Заменить проекцию состояний на Event Store. Что такое проекция? Вы примерно поняли, да? Проекция – это состояние системы в текущий момент. Это Eventual Consistency, то есть и согласованность в конечном счете. Она может быть, конечно, не совсем up-to-date, но мы рассчитываем на то, что up-to-date. И проекция, она как бы отражает текущее состояние, но мы не знаем, как оно менялось во времени. И вот когда мы говорим про DDD, то у нас есть Event Store. Все, что происходит, оно типа как бы логируется. Оно попадает в Event Store. Вот вы нажали,
нажатия. У вас в Event Store упал ивент с текущей датой, временем и всем. Вы не знаете, на что оно повлияло. Вы просто знаете, что оно там лежит. И со временем после этих сообщений там становится больше, больше и больше. Для того, чтобы, ну, понятное дело, что в нашем случае нам не надо выдумывать ничего. Мы можем просто из Event Store забрать с последним временем сообщение и, там, допустим, посмотреть, он или off. Ну, не из Event Store, а из проекции. Но если бы, вот там, как я вам говорил, патч, у нас был там аккаунт, к примеру, потом мы его пропатчили, добавили там к нему какое-то property, потом поменяли этот property, потом еще что-то удалили, то это бы, это как Redux в JavaScript, когда вот это массив такой в состоянии во времени. Вы в любой момент времени можете понять, в каком состоянии находилась ваша система, что очень важно. И получается, для того, чтобы вам понять текущее состояние, вам не просто надо проекцию посмотреть, надо построить агрегат. Вы берете пустую модель, наслаиваете на нее все события, накладываете, и последнее событие приносит, приводит эту модель в состояние консистентное. То есть вот это хотелось бы сделать, потому что аналитика тогда уже будет возможна. Это же лог делать с этим, ну, анализировать как хотите. Управление голосом тоже хорошая вещь, готовых решений это можно сделать. Единственное, что не очень хорошо использовать для этого лямбды, потому что они после долгого простоя очень долго включаются и могут прогреваться там до 15 секунд. Вы придете домой и скажете, включить свет, будетесь, разденетесь и включится. Вот. Сейчас нет определения циклических связей. То есть вы видели вот этот JSON-конфиг, который, ну, вы можете написать туда все, что хотите. Валидации никакой. Ну, то есть там главное правило, когда вы его валидируете, ну, когда я буду его валидировать, наверное, в том, чтобы не было вот этого кольца, из которого мы не выйдем. Потому что сообщения будут потом бесконечно блуждать. Да, вот условия маршрутизации, про которые я говорил, было бы хорошо сделать. И повышение надежности, скорости и реакции. Полезные ссылки. Ну, про Arduino немного. Немного вообще про интернет вещей. Про Saga. В общем, Microsoft я вам рекомендую. Вот те, кто, может, даже не любит Microsoft, я не буду там рекомендовать. Но у них очень классная документация. Особенно по микросервисам и по паттернам. Вот по паттернам архитектуры, особенно в микросервисах. Там и fault tolerance, и все, что хотите есть. Вот оно классное, оно понятное, оно доступное. С плюсами, минусами, совсем. ZeroConf – это вот то, о чем я говорил. И Domain-Driven Design, кто не читал, прям бегите, вставайте и бегите сейчас читать, потому что сейчас, ну, свидетели DDD, они везде, они ходят с Библией и предлагают вам попробовать этот, вступить на эту скользкую дорожку. Ну, и то же самое про CQRS. Ну, и, собственно, вот спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, жалобы, предложения, я с удовольствием отвечу. У нас уже есть вопросы в онлайне, думаю, давайте начнем. Да, допустим. Да. Спасибо за внимание для тех, кому было интересно. Я не показал, как это работает, но оно... Сейчас мы включим еще. Это стенд. Вы потом захотите, сможете подойти и поклацать на нем. Надо включить. К сожалению, сетевые адаптеры с ПОЕ пока не приехали. Но сейчас он зарегистрируется в систему. Он отобразил все состояния, которые были до этого. То есть мы опять же эмулируем проблему. Да? Мы отключили. У нас нет связи. Это проходной выключатель. Основной и проходной, ну, к примеру. И что выходит? Мы... Еще одна версия? Да, я пытаюсь очень. У нас пропала связь, предположим, да, то есть пропало питание, связь, неважно что. Сейчас она появится, вот этот проходной выключатель, он сразу отобразил, да, он восстановил свое состояние, а там игры будет видно. Да. То есть, ну, про fault tolerance, который я говорил, он сразу раз подхватил состояние, в котором он был.
И ну, как-то так оно работает. Не знаю, что тут еще сказать. Да, вопросы. Вопросы. Я начну. Вопросы, как понимаешь, не маленькие. Да, давай. Я опять же, я сразу говорю всем людям, которые там вот, я не эксперт, я любитель. Доклад сделан. Я понял. Хорошо. Алексей у нас спрашивает, зачем Arduino? ESP8266 тоже, только уже с Wi-Fi и гораздо неэффективнее. Да. Для работы, но провода для умного дома – это плохо, плохая расширяемость. На сегодня умный дом по деньгам и по энергоэффективности выгоднее всего. Вернее всего строить на Zigbee через DIY, типа CC2530 с выходом на прямую на Zigbee. Да. Спасибо, Алексей. Ну, на самом деле в этом есть правда. Я начинал с ESP, я уже говорил, эксперименты начались на самом деле на ESP, но это Wi-Fi. С Wi-Fi вам, скажем так, придется всегда прошивать какие-то креденшалы для точки доступа. Точка доступа, она не всегда в зоне прямой видимости. То есть это при перебое с соединением. Первый вариант, первая проблема. Вторая, я исключительно рассматривал сетевое соединение, и изначально это должна была быть просто изолированная сеть. Это даже тут о микросервисах не шлось. Это было решение, которое должно было решить проблемы электрика. То есть там не планировалось ни инфраструктуры, ни микросервисов, ничего. Мне просто надо было сделать так, чтобы я мог назначать эти кнопки потом в процессе. Потому что ни один дизайнер не может правильно проставить вам розетки. Вот что бы они ни обещали, они никогда этого не сделают. Ни розетки, ни выключателя. Это раз. Проводное, потому что это безопасность. Если я никого не пускаю в эту сеть, а изначально так как бы и планировалось, то это мое, оно внутри. И Wi-Fi – это дырка большая. То есть, если вы хотите, чтобы ваши соседи включали и выключали вам свет, почему бы нет. Xbee – да, я согласен, это хорошее решение. Но мне хотелось поиграться, во-первых. Я же всякие Z-Wave, Xbee – это штуки очень специфические для профессионалов и людей, которые этим занимаются там каждый день. Это мой домашний проект. Это И причем я на него время не потратил, чтобы вы понимали, меньше, чем на подготовку к этому митапу. То есть, реально. Мне надо было сделать быстро. Arduino, реально, я пробовал сделать, подключить, подружить вот этот V5500 Ethernet Shield с ESP. Во-первых, у меня был неоригинальный Node MCU. Начнем с того. Это плата неоригинальная. Уже начались проблемы. С Arduino все просто. Хорошая поддержка. Не берите китайщину. Вот у меня один китайский, один нормальный. И вот если вы сейчас будете жмякать здесь, вот он не, видите, он непредсказуем. С этим все четко. Потому что не надо использовать странную элементную базу. Там тот же Arduino Nano, но китайский какой-то. Не делайте этого. То есть вы потратите время, нервы и в итоге покажется, что это вообще не ваш бог. С Arduino классно все. Комьюнити, как я говорил. И для людей вот с такими руками оно ж видно, как спаяно. То есть это очень хороший вариант, потому что вам максимум это паять просто... это спаяно и залито термоклеем, чтобы оно не разваливалось, потому что иначе я бы не донес это сегодня к вам. Увы. То есть... Почему? Просто потому, что хотелось. Мне надо было чем-то занять себя. Вы же решаете какие-то задачи или теоремы доказываете, хотя до вас их уже решили или доказали. Правильно? Просто вот для удовольствия. Вот из этой темы есть следующий вопрос. Да. То, что это твой подпроект, ты уже ответил. Поэтому вопрос такой. Александр спрашивает, используете ли вы Go в реальных проектах? Если какой-то реальный профит в сравнении с C, например. Я не исповедую C в дома. Для семьи, давайте так, что Go – это хорошо для сетевых приложений. Доказать или опровергнуть я это не могу, потому что надо писать очень много бенчмарков,
Да, я использую Go в продакшене, в высоконагруженных системах, и, собственно, поэтому я на Go и писал эти микросервисы. Какие-то на Erlang были, ну, такое. Вот, но потерял мысль совсем. Go и C, да? Вот зачем? Но дело в том, что если вы начнете писать на плюсах, там, ну, я не знаю лично, но мне рассказывали, ну, то есть, как вот говорят, если вы начнете сегодня, да, вот делать что-то, то буквально вот там на следующей неделе у вас появится кнопочка. Ну, если вы не используете Qt, потому что если использовать Qt или другие там библиотеки или очень высокоуровневые фреймворки, то, мне кажется, то там уже то на то выходит. Это оглавление спецификации C++ длиннее, чем вся спецификация. Ну да, если вы бусты начнете там использовать, и все. Да. Go хорош для того, для чего он хорош. И не для чего другого. Вот как Кличко. Тоже комментарий залетел, что гораздо ниже там кода. Да, так и времени, потраченного на разработку, гораздо меньше. То есть, ну вот вы представьте, я вот на реальном проекте сейчас работаю, да, вот, то есть я смотрю, там куча легаси всего, но человек, когда вот входит, начинает это читать, вот когда ты читаешь это на Go, там, на JavaScript, на PHP, ну это еще как-то входит в голову. Но когда ты начинаешь разбирать какую-то плюс, ну, да даже тут не входит, даже на Go не входит. Люди, вы не поверите, умеют писать так, что, ну, в принципе, вот, вот есть код, который можно писать, вот как стоит машины, да, их классно писать, вот так и нравится, но их нифига невозможно читать потом. Вот если вы чью-то стоит машину будете там вот, ну, пытаться понять, как она работает, ну, вы, скорее всего, ослепнете. Вот точно так же и с кодом, даже с гошным. Я считаю, он должен быть как можно проще. И Go — это в этом плане очень хороший язык. Вы можете... Ну, даже на Go не все можно понять, что пишут. Люди, они умеют. Да. Может быть, задали вопрос, есть какие-то? Да, пожалуйста. Да, не пробовали TinyGo на микроконтроллера? Какой? TinyGo. TinyGo, да, я слышал об этом, но не пробовал. Увы, ничего не могу рассказать. Может... Да-да, конечно. Для красивой диаграммы от Microsoft. Ага. Я просто в этом человеке, ну, в этом деле человек, в принципе, новый, и я очень много нового для меня слов. Вот. Поэтому, возможно, сейчас мой вопрос как-то немного банальный. Не-не, пожалуйста. Да, вот. Не факт, что я отвечу. Вы сказали, что лучше использовать первую диаграмму для более простых каких-то структур, для более простых моментов. Угу. А если что-то более сложное, то лучше использовать правую. Да. Или вообще как на третье совмещать. Но как понять в этот момент, когда все-таки лучше использовать F-страт? Или все-таки надо сразу делать тот третий момент? Не-не-не, тот третий момент, это он, я перебил, наверное, не-не-не, да? Или вы закончили? Да. Во-первых, это говорил не я, это говорит Microsoft, а я говорю как Microsoft. Типа я прочитал и говорю, потому что я, ну... А во-вторых, вот тот третий момент, это, я же не говорю, что это прям хорошее решение. У него тоже есть недостатки. Это вот решение, не бывает вообще плохих, хороших решений. Вот бывают более подходящие для конкретной цели. И вот для этой цели мне больше подходил. Потому что оркестратор, он может стать вообще ботлнеком сам по себе. То есть надо уже будет думать, как его скейлить. Потому что в MQTT, в принципе, ну вот вообще очередь сообщений, я уже так столько всего хочу рассказать, очередь сообщений, она как транспорт между микросервисами очень хороша, потому что она решает за вас кучу проблем. И таких, например, важных проблем, как ну, discovery, раз вам не надо думать, кому пересылать там, ну, понимаете, да, что такое discovery. Но она работает как load balancer. С MQTT там чуть-чуть по-другому, потому что MQTT только с пятой версии поддерживает shared subscriptions. То есть это тогда, когда вы, например, хотите, чтобы ваше сообщение, которое послано в какой-то топик, было принято только одним из консюмеров этой группы. Ну, то есть вы хотите скейлить, допустим, вот вам не хватает, да, одного оркестратора, вы хотите включить новый оркестратор, то есть чтобы они параллельно работали. И то есть тут ну, у вас такие проблемы уже возникают, потому что он может ботлнеком оказаться. Вот эта вещь, я прям зацитирую тут
ну, переведу чуть-чуть. Почему вот хореография хорош для маленьких вещей? Не надо координационной логики никакой. То есть они все коммуницируют для простых флоу, ну, как бы, там вы не потеряетесь, по крайней мере, кто что слушает, куда посылает. Но проблемы начинаются тогда, когда вырастает эта вещь, и уже вот это как снежный ком начинает валиться, и сервис С потом начинает через сервис Б в сервис А, ну, их много, и они начинают... То есть вы можете просто не выпутаться из этой паутины. Оркестратор, вот, к примеру, если меня когда-нибудь еще, надеюсь, позовут, я расскажу вам, мы имплементировали оркестратор, называется Semaphore, это в предыдущей компании, который, в принципе, вот этот тага-паттерн, он реализует по-разному. И чем это хорошо? Что у вас есть куча легаси всяких сервисов, да, вот, к примеру, оркестратор, я вот сейчас говорю про оркестратор, про его преимущество, что у него может быть куча адаптеров, и клиенты, которые с ним взаимодействуют, и сервисы, они могут, клиент может приходить, допустим, по HTTP, оркестратор коммуницирует с сервисом А по gRPC, с сервисом Б через очередь сообщений, а с сервисом С еще там, я не знаю, почтовыми голубями. Ну, три разных. И оркестратор – это та вещь, в которой вот в данном случае, вот это моя уже диаграмма, я чуть добавил, оркестратор вот выполняет вот эту вещь умную. Только вот этот простой, 25, там 50 строчек кода, а Semaphore, он сложный. Он тоже принимает, у него же тоже есть API, причем разный, он принимает в себя конфигурацию. Единственное, что в JSON ее уже не описать, она в HCL и в Protobuf. Потому что и вы описываете, что для того, чтобы какой-то флоу сработал, допустим, я хочу купить, да, что-то там на сайте, для этого мне надо проверить аккаунт у сервиса А, потом проверить баланс у сервиса Б и в карту, ну, там, в карту положить что-то, это сервис С, там, к примеру, то чтобы все эти штуки, домены между собой собрать, а у них у всех разные вообще интерфейсы, вы используете оркестратор. Вот эта модель оркестрации очень хороша. То есть она перебрасывает, она парсит HTTP request, делает синхронно, не знаю, как-то какие-то, ну это от бизнес-логики вашей зависит. Какие-то вещи могут быть синхронно произведены, какие-то асинхронно, и потом возвращает вам по вашему HTTP обратно ответ. Это же как бы удобно. Причем она скрывает все сложности реализации. У вас есть просто вход, и вы знаете, что вы конкретно получите обратно. Потому что входные и выходные параметры, они определены конфигом. Ну и они валидируются относительно их. Вот эту схему я в продакшене пока еще не использую, поэтому я не знаю, насколько она будет. Ну, я думаю, что надо искать, ну, точнее, не искать, надо решать проблемы по мере их поступления. Пока она меня удовлетворяет. Кто-то может быть... Да, пожалуйста. Он очень, во-первых, простой. Сам протокол, сами библиотеки. Плюс это plain text протокол. Он просто текст. Там внутри, ну, не, то, что вы хотите, пишите, как хотите. Ну, я не настолько силен в инфраструктуре, чтобы ответить развернуто на этот вопрос. В принципе, я доверяю выбору многих, потому что в принципе, из библиотек, которые я нашел для очередей, для embedded, это хорошая поддерживает. Покеры, более того, ну почему у меня там Kafka, да, или Rabbit отпали сразу? Потому что мне это надо на Raspberry запустить. А на Raspberry, ну как бы Mosquito, это самый легковесный. Может быть, есть еще там HiveMQ, по-моему, вот неплохой брокер. Но он чуть-чуть сильнее. Ну как бы я минимальными по-хорошему бы это впихнуть было все на самый дешевый микрокомпьютер. Почему? С точки зрения энергопотребления. Потому что вот это вот единственный блок, который бы желательно, вот в котором Raspberry находится, который бы желательно, ну, чтобы у него не пропадало питание. Да, даже мы сейчас можем симулировать, мы выключим, включим все, но если Raspberry умрет, то мы будем 30 секунд ждать, пока у нас поднимется вся система. Если Raspberry не умрет, если у нас умрет только железная часть, ну, вот сейчас конденсаторы сбросят напряжение, все это сдохнет. А, вот это не сдохнет, потому что я его включил вот здесь, но мы его
Но если я сейчас включу, вот вы увидите по этим желтым, это индикатор состояния, что все поднимется, ну вот буквально там до 10, давай, секунд. Вот. Да, то есть тут важный аспект был энергопотребление этой всей беды. То есть она должна потреблять как можно меньше. И, собственно, конечно, можно было бы там, я не знаю, серверную, как многие хотят дома там насетапить. Но зачем? То есть, в принципе, чтобы там модуля, вот этот есть, как он, battery head на Raspberry, который одеваешь, он, в принципе, будет работать там пару дней в случае отсутствия электроэнергии. Да. Если вот, например, прямо сейчас такая задача переназначить, вот сейчас у нас много включателей, там, например, первый порт идет на дополнительный порт. Да? Вот если переназначить первый на восьмой порт, сколько нужно будет тебе сделать приложение? Мне надо будет зайти в Postman, сделать get запрос, чтобы взять текущую конфигурацию, найти UUID-шник того устройства. Ну, по идее, вообще по-хорошему надо их писать здесь на коробках, потому что иначе... Ну, в этом вопросе, сколько времени? Блин, ну минута. Для того, чтобы ну, найти, вот, ну ладно, ну чтобы, если бы все сделано было по уму, ну если бы я, как обычно вы когда покупаете устройство, там у них сзади наклеен там, ну, серийный номер. То есть он бы, ну должен был бы тут находиться. То есть, то в принципе, ну, ну в 5 минут так мы бы вложились как бы вообще. Просто я не могу этого сделать. Я сегодня пытался подключить свой ноут, я вот вещаю с планшета. Ну, получилась беда. То есть, когда я подключил локальную сеть и Wi-Fi, ну, не стало работать ни то, ни другое. А времени уже было мало, чтобы это все решить. Ну, реально, это просто. То есть, это два запроса. Первый, чтобы... Ну, вообще один запрос, если вы знаете конфигурацию текущую. Если нет, то я на всякий случай предусмотрел get endpoint. Ну, вот там что-то у нас, да, пошло не так. Не работает. Вот. И да, для того, чтобы... Очень интересно. Это не, а, это не восстание машин. Это вот тут вот стол дает помехи наводки на кнопке, потому что это емкостные, да, емкостные выключатели. Это емкостные выключатели, они не должны находиться в контакте с чем-либо. Вообще, опять же, я уже говорил, не используйте китайские кнопки. Потому что беда их заключается в том, что они с автоподстройкой емкости. И, ну, как бы, когда вы помещаете в поле какой-то объект, он сначала первый раз переключается. Если вы его не убираете, то через какое-то время он будет считать, что это нормальное состояние. И вам надо будет добавить еще один объект, чтобы он сработал. Ну, как бы, увеличить емкость еще. А, не знаю, может быть, их стоит просто заменить на кнопки без залипания, которые просто будут там... Это надежнее, безопаснее, проще. А я ответил на вопрос? Да. Или... Да, спасибо еще раз. Да, ну что. Ну что, доклады подошли к концу. Наши ребята приготовили подарки. Я думаю, самое время их раздать. Юлия, мы тебя верим. Я запишал на подарок на самый интересный вопрос. Спасибо. Спасибо вам. Да. Ладно, этот секретный подарок был подан. Он как бы много чего повидал, повидал несколько папа, он, наверное, переживает. Вот. Поэтому у него хорошая аура, если он дальше еще больше такого видит. А поэтому это пластой дед вам. Парня на Дима, да, я думаю, ему. Вы же видите, мы не профессионали в выборе вопросов. Все, всем вам спасибо. Теперь, а, кому интересно, подходим, ставим. Ломаем, да. Небольшие снеки, да. Будем рады ответить на все вопросы. Спасибо всем. Мы быстро вложились.
А ты что, уходишь? Нет, я поздравляю. Да. Очень. Ну, я хоть нормально расскажу. Спасибо. У тебя вообще не прошлый год ответов очень живые получаются, прям суперские. Слушай, это живая проблема. Это реально живая проблема.